Харбер, Свенк, ВГД, Сексенайн. Короче, 4 дня не было видео, ну то есть видосов, поэтому я решил записать одну реакцию. Кстати, следующая реакция, это про ФНАФ будет, поэтому не забываем про этот видос. Ну, наверное, все же будет реакция, а не полноценное видео. Но иногда, может быть, будет видео или будет эдит, я не знаю. Потому что я ленивая жопа, также школа мешает. Короче, я хочу сказать одну новость, то что судьи Сергей ВТВ и Намиду поздравляю их с днем рождения. Сергею вот исполняется 23 года, а Намиду 24. Я уже вспомнил этот мем. 24! Вот это я вспомнил этот мем. Короче, и в честь этого я хочу вот сделать одну реакцию. На Реда 21. Своими руками суши. И вот по названию ролика я уже то хочу уже суши или же роллы, но я постоянно говорю суши, 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 вот право, суши, право. Короче, подписывайтесь на мой ТГ-канал, я вообще не понимаю, вот, несколько дней назад у меня было 144 подписчика, а сейчас 156. Как я набрал столько, я не понимаю. Короче, начинаем, смотрим. И да, вот про Реда 21 хочу сказать, что там будет блевотня, много матов, поэтому если вы едите со столом, лучше вам не смотреть видео. И там присутствовать не, как бы нецензурная лексика. Хотя нам все равно насрать на это предупреждение. Нецензурная лексика. И что? Нам же все равно же насрать на это. Ну вот еда, которую первое правило сказал, это вам нужно запомнить. Поэтому сначала доедите, а потом посмотрите это видео. Короче, начинаем. Здорово, Щегуль! Здорово! Суши ага. Место ингредиентов. О, ингредиенты я уже вспомнил. Много, так что по порядочку. Вискас, стилька. Зачем вискас? Ровка, жир, бычки в томате. Что после моей репосакции? Селёдка. Зачем селёдку? Белки, яйца. Естественно. О, кормушки, я даже вспомнил, вот как я смотрел видео про кормушек, и то, что мне всегда вылазило это видео с кормушками. Я не знаю, я, наверное, смотрю видео или нет, я не знаю. Не помню. Кормушечка. Кстати, вот эти кадры мне напоминают на How to Basic. Хотя Red 21 и How to Basic одно и то же. Потому что им эти два блогера, вот, русские, американские, вот, блогеры, вот, Red 21 и How to Basic делают все противное. Хотя, если вы хотите, чтобы я сделал реакцию на How to Basic, ну, то есть на How to Basic, просто, не знаю, если вы хотите, то напишите в комментах. Сушей у нас будет. Сушей. Много видов, вот почему много ингредиентов. Самое важное знать вам пиздюка, как это все готовится. Чтобы при романтичной встрече не опозориться. То накормишь бабу, загрется. Первые суши я называю блинакиш, так что приступим к его изготовлению. Нам нужно растопить жир. Зачем? Так, теперь делаем начинку. Естественно, я... В трусах. Но его зовут Ботаник, поэтому называю либо Red 21, либо Ботаник. Ботан. Отрезаем самое вкусное. Остальное хуйня. Я уже... Вы посмотрите на это. Господи. Хорошо, что этот запах не передается мне через экран. Это противно. Она мне нужна. Нарезаем мелкими кусочками. Ложим, кладем в нашу мисочку. Заебись, так же нам нужен. Зачем? Дружба. Заебись будет, как в Филадельфии. Зачем? Целую половину мало. Забеним, молясь руками, это все. Даем настояться 10 минут и готово. А заворачивать эту хуйпутлу входим в наши любимые блинчики. О, я вспомнил, как он, ботаник, ненавидел блинчиков. Вот я съел блин, один блин. И сразу идет блевотня. Почему? Почему не любят блины? Чиков нам понадобится мука. Господи, хоть бы это мука. Хоть бы вот непросроченная мука. Яичко. О, вот эти яички. Вспомнил фразу от Red 21. Знаете, вот добавляем яйца, может и свои. Чтобы не отъебашить, у меня напряженка с ними. Мы, естественно, заливаемся... Кормушками. Кормушечки. Зачем? Обмениваемся руками до однородной массы. Ну и, в общем, можно сказать... Что-то похоже не на тесто, а на какой-то крем похоже. Готово. Осталось только пожарить наши блиночки. В общем, блиночки. Наш добился, дал самый вкусный сок на свете, на котором мы будем варить наши блинчики. Мы эту хуевину достаем и выкидываем.
Зачем? Зачем выкидывать? Надеваем нашу бурду-мурду и в принципе ждем, когда приготовится. Зачем? Снимаем наш блин. Да. Ну и наконец-то в наш блин кожан кладем вот эту залупу. Я не могу просто вот этот смотреть, это да... Противно! Позже, ну нахуй все руки, блядь, в и начинаем делать груди, суши, роллы, хуй хруст. Суши. Я, ну, всегда люди пут... Вот, все, кто любит суши, всегда путают. Либо роллы, либо суши. Я всегда говорю суши. Суши, вот так. В общем, блядь, поехали. Ролл называется походный. Как я походный? Уже сказал, понадобится перловка, килька в томате, ой, я ненавижу. В томате, свежеосвежованная шкура. Ой. Шкура вашего соседа в палатке. Открываем. Ну вот посмотрите на эти... Ненавижу кильку. Ненавижу вот эти всякие консервы. Нашу шкуру можно было пошутить про вашу бабу, но про вашу маму. А зачем про маму, если может про бабу? Зачем? Сначала это сначала удивился, потом поржал. Буду, я и не умел никогда, в общем, комментариях. Нарезали, самое главное использовать сыр, волну, сыр водником. Вот в теме ставьте лайк. Распределяем тонким слоем по всей шкурке. Зачем? Деревнуть еще раньше времени. Мы, естественно, приступаем к начинке. Водичка, это главное, да? Я не могу смотреть это больше. Переборщить. Вкуснятина, я. Сука, ёбаный прорыв. Не может достать. Не, ну посмотрите, что это? Что это? И всё, можно заворачивать. Я думаю, что меня курган был на смак. Ай, я не могу смотреть это больше. Получилось. А с виду так ничего. Рог запечь. Теперь мы к нашему старому рогу. Старому? Повернём, сука, блядь, не заворачивай. И залем, я просто... Зачем изоленты? Ты че? Уже парень был, видел, что там вот этой хуёвиной закручивают. Вкусная, мать того, идти. Вот он, готов. Ой, мне что-то вот это напоминает на другие суши. Не на те, как у Red 21, а вот по-другому, такие же вот черные черные кружочки, три завёрнутые. Ну хотя бы там другой вкус, вкусный, а не Red 21. Ле! Моей мечты. Теперь делаем самую любимую мою сушу. Называется Навали-ка на ебука. Хорош. Известный случай перловка. Немного изысканного мяса. Ой. И скрепим сыром ружбой. Но естественно так на стол не подашь. С вами не ебанаты, конечно. Подавать. И ебашим вот этой черной штукой. Историю-то да не рассказал. Я вот когда... О, давай, рассказывай. Там не жрал в этом сушибаре. Ну и в общем пробрался к ним на кухню. Это хуярь в магазине не продается. И пизданул. Зачем? А это реально действительно ты им вот... Дал им, ну ты сам знаешь. Зачем? Какой смысл? Они что, плохо готовят суши? Лонч, всем своим близким наделал такой штуки. Все довольны, кто не жаловался. Ой. Сука, никак, а? Зачем заматывать рукой? Пусть ему так, я с этим бить пойдет. А, как в магазине. Бесит, ну вот. Ой, нет. И такого можно смело звать друзей или девчонку, кто у вас там есть. Скорее у вас парни. Барби Гёрл! Я тут вспомнил этот мем Барби Гёрл. Барби я никогда не смотрел и не буду смотреть, потому что это для девочек. Но тренды можно смотреть, потому что Барби Гёрл это нормальный тренд. И завирусился этот тренд еще летом. Для меня тренд мне нравится. И угощать, но дегустировать я, конечно же, это не буду. В смысле? В общем, друзья, задвину вам очень такую серьезную телегу по поводу как раз блевотни. Мы уже с вами довольно-таки долгое время с вами. Мы взрослые люди и должны понимать, что каждый раз в каждом там выпуске какой-то трэш... Ну да, я согласен. Там, ну, во всех роликах какой-то трэш происходит. Сначала вроде бы нормально, а потом трэш происходит. Прям как у How to Basic. Бать, это уже и устарело, и... никому не нравится. Ну, а How to Basic им зрительно интересно, как он кидает яйцами. Извините, его
Плевать, я не буду больше. Да и вообще какого-то. А сейчас он скажет, да мне плевать, наслаждайтесь. Хорошо, нет, мы, наверное, друг друга поняли. Вот так вот. Ача! Я же говорил. Похуй. Ваше здоровье! Я не могу на это смотреть. Четыре из пяти. Блять! Сука, я не могу на это смотреть, а! Ой! Я не знаю, почему вот так эмоцию вот выражаю, вот реакцию. Ну просто это реально противно. Вкусно! Оператор, не хочешь попробовать? Ёбаный ты в рот, сука, не сдохнуть бы, а? Блять, нихуя не вижу. Не надо. А теперь ты уже стал не видеть больше, потому что... Зачем ты измазал очки? Жирной рукой своего блевотного суши. Так, всё, послеп, походу. Сука, не умереть бы, а? А, уже всё, конец? Ещё так. Всё, последний, давай. Блядь, я не могу досмотреть это больше. В общем, если вам всё понравилось, ставьте лайки, свечку мне за здоровье. Свечку мне, блядь. Короче, я за это поставлю лайк. А, вот так. Короче, вот ставлю лайк и давайте почему какой-нибудь давай, кадр. Открываю, блин, агиш, так что приступим ну-ка, к сейчас. Изготовлению. Нам нужно расставить, чтобы не опозорить. Сейчас. О, вот это топовый момент оставлю. Короче, это видео получилось блевотный. Ну, 80% блевотный, 20% не блевотный, ну то есть юмор. И для меня блевота вот эти блевотно... Короче, вся эта блевота мне прям, сука, блядь, дико раздражает, нахер. Ну, это Red 21. Если вы хотите, чтобы я еще реагировал на How to Basic, то не надо. Ладно, шучу, на самом деле. Но если хотите удосложиться моей реакции, как я буду страдать над этой херней, пишите в комментах. Подписывайтесь также на мой ТГК, на ссылку в описании, но я так уже прорекламировал, вот, хотя, зачем рекламировать, если можно просто ТГ-канал оставить, вот, ссылку в описании, и закреплён комментарий оставить, хотя мне это Ютуб, сука, мне не разрешает, нахер, поэтому, Ютуб, пошел ты. Ну, ты сам знаешь, нахер пошел. Ладно, если... Сейчас. Если вам понравилось это видео, лайк, подписка, колокольчик, комментарий, ссылайтесь на видео в соцсетях. У меня уже слова кончаются. Так что подписывайтесь на мой ТГ-канал, ссылка в описании. Я уже несколько раз говорю, сколько можно. И про число подписчиков у меня увеличилось за где-то за 2 и за 3 дня на 12. Я не понимаю почему. Ну а с вами был КВГД69, Red21. Если вы хотите другие видео от Red 21 и же посмотреть How to Basic, напишите в комментах. А я пойду пойду пока что вот делать еще один ролик, который будет длиться еще несколько минут. И наверное, вы уже где-то завтра или послезавтра, я не знаю, во сколько я буду выкладывать, потому что мне еще нужно... Короче, ну, сами знаете, вот эти У и вот 5 букв, это самое страшное. Уроки. Господи. Ладно. Я не буду ничего вот говорить, просто подписывайтесь на мой ТГ-канал, ссылка в описании. Хватит. С вами был КВГД69. Всем удачи, всем пока.